З роки співпраці з Parimatch ми реалізували досить багато досить цікавих подій. Знову ж таки, зараз ми прагнемо об'єднати усіх футбольних вболівальників навколо матча збірної, і тому надаємо можливість усім вболівальникам, незалежно від клубу, переглянути матч збірної на НСК Олімпійський. Parimatch є лідером розважальної індустрії в Україні, тому це дуже гарний партнер для нас. Знову ж таки, ми плануємо дуже багато якісних розважальних конкурсів, розважальних івентів перед матчем. Буде дуже гарний кейтеринг, буде, в принципі, вони проводять свій сайбер-так, це кіберспортивна така штука, яка буде цікава, в принципі, молодій аудиторії. І ми очікуємо, що будуть як сімейна аудиторія, так, в принципі, можна прийти зі своїми друзями, просто дуже гарно провести свій вихідний, підтримати збірну. І я впевнений, що наші хлопці, які будуть грати у Нідерландах, вони відчують підтримку, яка буде тут, на стадіоні, у неділю. Сьогодні команди Parimatch і Шахтера дійсно предложили украинским болельщикам очень такой эксклюзивный, интересный проект, связанный с прямой трансляцией, когда они смогут прийти на стадион Олимпийский 13 числа в 22:00 и посмотреть первый матч нашей сборной. Поэтому мы считаем, что это действительно будет интересно, это будет обратить в первую внимание, объединит наших болельщиков для того, чтобы вместе поболеть за нашу украинскую сборную. Скажіть, будь ласка, на скільки людей розраховуємо і в які часові рамки? Ну, це ж не тільки там о 22:00, буде ще щось до цього. Да, конечно. Ми зараз говоримо о прямой трансляції, но этот праздник, он будет вечером футбола. Естественно, перед началом футбола люди смогут поучаствовать в различных конкурсах с призами, увидеть интересных людей. Тот, кто любит селфи, прийти и сфотографироваться на фоне интересных фотозон. Естественно, не останутся наши зрители без еды, то есть будут организованы фудкорты с уличной едой. Но такой сюрприз, который мы делаем сегодня, это впервые наши болельщики увидят возле стадиона такую машину-трансформер, которая у себя покажет и продемонстрирует борьбу, настоящую борьбу наших украинских киберспортсменов. То есть это делается впервые в Украине. И самое главное, это наш такой проект, с которого мы с Олимпийского стартуем. И он будет в 11 городах Украины. А вот тут мы можем докладніше сказать, в каких местах, в какие даты, чи про что мы сейчас говорим? Про чемпионат Европы, чи, возможно, какие-то подальше? Дело в том, что, естественно, все эти встречи с региональными, даже не болельщиками, а местными, с людьми, которые живут в этих регионах, будут в первую очередь знакомить с таким популярным, набирающим популярность видом спорта, как киберспорт. Люди в этих регионах смогут прийти со своими детьми, поиграть в компьютеры, в любимые игры, познакомиться с нашими украинскими представителями в киберспорте. И самое главное, в конце посмотреть матч, который состоится в рамках тех графиков, которые есть у европейского чемпионата. Шахтар і Parimatch вже багато чого організували разом, різноформатні зустрічі, але такого формату, щоб там більше 10 тисяч народу зібрати, я не пригадаю. От такий досвід є, або ж чиїм досвідом користуємося? Ви знаєте, особливість, наприклад, нашого партнера, це футбольного клубу «Шахтер», що коли на афіші пишеться футбольний клуб «Шахтер», він завжди збирав и больше 10 тысяч людей. Но учитывая карантинные сегодня правила и учитывая, скорее всего, определенные временные рамки, то, естественно, мы спланировали присутствие на этом празднике, спортивном празднике, 11 тысяч человек. Во всяком случае, то, что поступит в продажу и по определенным социальным программам. Сразу скажем, что это не первый проект, который настолько мощно входит в медиапространство Украины между Parimatch'ем и Шахтером. Если вы помните, когда команда «Шахтер» стала чемпионом Украины в прошлом году,
то, естественно, этот проект тоже взорвал медиапространство. Это было онлайн, тысячи онлайн-болельщиков, которые смогли на финальную игру эту поддержать любимую команду и поздравить ее, ну, финальную игру в плане последнюю игру, и поздравить любимый клуб с победой. Очень важно сегодня обратить внимание на то, что этот праздник, он впервые будет проходить в Украине. Прямая трансляция при таком количестве людей на одном из центральных стадионов Украины. И мы убеждены, что это действительно даст ту поддержку, через сердце пройдет к нашим ребятам, которые в эту минуту будут играть. И поэтому не только 11 тысяч болельщиков, которые приглашают Паримач и Шахтер на этот праздник, но и сотни тысяч, миллионы людей, украинцев, в этот день будут болеть за нашу любимую сборную.